Приветствую вас. То, что вы описываете, свидетельствует о том, что вам метод данный не подошел. Вам не подошел данный метод, вам он не помог. И, значит, ну, либо вы полностью вот не включились, как говорят иногда, полностью не включились в него, в этот, соответственно, метод. Вот, либо он просто не ваш. Вот. И, соответственно, тут бывает так, что вот какой-то метод не подходит. Это нормально. Тут есть еще немаловажный момент, который заключается в том, что вы не несете личной ответственности за конфликт. То есть конфликт, который произошел у вас с вашим молодым человеком, он произошел в том числе и по вашей не вине, а ответственности. То есть вы как бы ответственны за тот конфликт, который у вас, собственно говоря, произошел. И, соответственно, имеет смысл рассмотреть именно вашу ваш вклад в отношения. Вот. Ваш вклад в этот конфликт, чтобы понимать то, что происходит. Если вас, собственно, что-то не устраивает, ну вот именно в отношениях, если вам что-то не нравится в отношениях, если вас что-то раздражает в отношениях, то, на мой взгляд, расстановка здесь не поможет, потому что нет работы с чувствами. Либо вы будете следовать какому-то одному поведенческому паттерну, и будете игнорировать все остальные поведенческие модели. Вот. Поэтому мне кажется, что для вас наиболее оптимальным вариантом было бы все-таки посмотреть, что вы упустили. То есть вот при исследовании расстановки, да, что вы упустили. На что вы не обратили свое внимание, скажем так. Вот, потому что, например, вы хотели подойти, допустим, к вопросу решения проблемы исключительно исключительно в контексте, допустим, когнитивного. Вот. То есть вы хотели раскрыть именно более такие осознанные, более такие сознательные, мыслительные моменты. Но не всегда и не везде это позитивно, имеет позитивную динамику. Возможно, вам имеет смысл больше на чувства обратить свое внимание. Короче говоря, что-то вы упустили. Но самое главное, конечно, это, как вот я вам сказал, самое главное, это личная ответственность за
то, что вы, например, делаете. Именно личная ответственность за свои поступки, за свои действия. Чтобы не было такого, например, что, допустим, есть какой-то вот конфликт, да, есть вот какой-то конфликт, и вы как бы просто говорите, что случился конфликт, вот. Чтобы, ну, не было такой вот позиции, чтобы позиция была все-таки более, ну, более сознательная, что ли, вот, понимаете, вот так вот мне это видится, ну и, соответственно, дальше уже, исходя из этого, можно будет вам далее что-то рекомендовать. Вот, потому что так, ну, наверное, слишком мало информации вы нам продемонстрировали, чтобы мы могли вам дать такой ответ, более развернутый, что ли. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ вам поможет разобраться в себе немножечко, поможет лучше определить то, что с вами происходит. Если вы посмотрите на динамику развития конфликта, я уверен, что вы увидите. Вы увидите то, о чем я говорю. Вот. Если, конечно, вам, ну, отношения с человеком важны. Вот. И вот постарайтесь не забывать, что в конфликте участвуют именно два человека. Вот, именно два человека, а не один. Вот, постарайтесь об этом не забывать. И как бы свой вклад в конфликт оценивать как можно ну, более здраво, что ли. Мне представляется эта история вот, наверное, такой. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Если это действительно так, буду благодарен за его оценку, моего ответа, то бишь, в качестве лучшего. Я вам желаю всего доброго, самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.